Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Чем могу помочь? Новые номера для тебя не вопрос. Мы ее малость подкрутили. В любой покрасим.
Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. Спасибо. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербее. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы, ты в курсе? Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя открою. О, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Поаккуратнее на повороте. Пару недель назад какой-то деятель пробил ограждение и утонул нахрен. Хорошо, теперь направо. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Свалка Майка. Выезжай через ворота.